Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок, и сегодня мы играем в битвы рюкзаков. Добро пожаловать, вот они рюкзаки, сейчас мы их заставим биться. У меня почему-то зеленый экран сегодня глючит, хотя вроде свет я настроил. Все должно быть хорошо, но что-то... Не знаю, зеленый экран не хочет нормально работать. Приношу извинения за вот эти вот глюки на заднем фоне. У нас новый патч в рюкзаках, вот. А еще я сегодня руина, вот. Я сегодня все заруинил во всех играх, в жизни и вообще везде. Я расстроен, и нам нужна победа. Вот. Срочно. А то беда, печаль и чебурек. Вот, чебурек хочу. У меня нет чебурека, поэтому играем в рюкзаков. Так, патч. Че патч? Это тут фиксы всякие. Да. Ага, новый рецепт. Шапка дискомфорта. Ну, это мне пригодится. Что-то интересного. Так. Что-то амулет сделаю, поменяли. Угу. Это неинтересно. Что-то интересного есть. Ага, больше яда за шипы на ядовитом плюще. Но мы ни разу не играли билд на ядовитый плющ. Метлы убрали требования маны. По идее, круто. По идее, прям очень хорошо. Какие-то мелкие изменения баланса. Еще занерфили сковородку. Теперь она еще хуже. Да. Бафнули молоток на плюс 1 урона. Вау. Вау. Зашибись. Зашибись. Давайте играть. Мы в платине. За лучницу взяли платину. Ну, сегодня играем за магичку. Пошли в платину на магичке. В ранг. И я вижу кинжал. Слушай, я вижу кинжал. Я, наверное, покупаю кинжал. Потому что мне самый первый билд, который мы делали, самый первый вообще, когда мы в первый раз играли, мы сделали билд на молоток и кинжалы. Еще не знаю, что это билд. Причем очень редкий. Причем очень-очень редкий билд по современным меркам. Так что, да, давай пробовать. Кинжал берем. Сковороду. Ну да, а чё да, сковорода. Сковороду надо брать просто как оружка. Вот я смотрю на этот закуп, я хочу сковородку и щит взять, да? Сковородка довольно бесполезна, но это лучше, чем ничего. Потому что мы сейчас вообще не используем выносливость. Просто ноль выносливости используем. Кинжал не требует выносливости. Ну и это тоже. Так что берем сковороду, пускай лежит. Ну и щит тоже берем. Как-то сделать так, чтобы щит был здесь. Сковороду тогда туда придется не ложить, да, или кинжал. Одно из двух. Не получится все уместить. Так что щит оставляем снаружи, а это все внутри. Так. Давай начинать бой. И делаем ставки. Пройдем ли 10 кубков? Ага. А у нас бой против другой волшебницы. Но она пошла в разгон. У нее, видишь, эта свинюшка экономику строит. И молоток. Вот и он. Вот и он. А сейчас будем думать, как нам его уместить. Кстати, сразу улучшенная зелька хпшки есть. А, можем лопату тоже сделать. Смотри, у метлы 35% шанс при ударе сделать слепоту. На самом деле неплохо. Для начала вообще неплохо. Но мы решили, что будем молоток играть, да? Ну давай брать молоток. Молоток. 7-9 урон. Очень большой. 4 в секунду. Требует 1,5 выносливости в секунду. У него низкая точность, всего лишь 75%. И при ударе 50% шанс оглушить врага на полсекунды. И все кинжалы при оглушении врага триггерятся и наносят дополнительный удар. А нам нужно убирать сковородку. Мы буквально можем молоток положить только вот так. Да? Это единственный способ. И у нас не влезает щит.
тем я всех нас поздравляю. Аплодисменты. Ну, сковороду продаем по-любому. Она нам никак не влезет. Слишком много она выносливости тратит. 3 рубля. 3 рубля это что? Это можно продать, щит будет 5 рублей. По идее, нужно собирать зелья. Зелье было бы хорошо. Или можно рольнуть и попробовать вытащить еще один кинжал. Давай попробуем. Окей, кинжал не вытащили, но вытащили, во-первых, заточку. В будущем, чтобы кинжалы бафать. Во-вторых, много места вытащили. Проблема вот в чем. Не могу я сейчас это место купить. Денег не хватает. Могу щит продать и место купить. Мы тогда без щита остаемся, что ли, да? Видимо, да. А хотим ли мы без щита оставаться? Так я, видимо, нет. Можно продать ядовитый... Дать ядовитый этот. Залочить место. А вот не хочу. Хочу купить. Хочу темп набирать. Не закрывать места в магазине, чтобы иметь шансы найти еще кинжалы. Вот в чем прикол. Под кинжалы нужно будет много места в теории. Слушай, давай ва-банк. По идее, на кинжалы нам не нужно вот это. Еда нам, собственно, не нужна. Мы потеряем сейчас силу, но мы сыграем на будущее. Теперь мы можем сделать вот так и вот так. Это место мы тоже лочим. Щит помещается. Типа попадем против ближнего боя, а не против яда, то мы должны быть норм. Окей. Это не будет норм. Там 2 заточки. Тут шансов 0. Сейчас может стан? 1 хп! Ровно столько, сколько нужно для победы. Идеально. Щит затащил. Щит затащил. Красавчик щит. Просто. Просто супер. Фух. Стремно было. И апгрейд на щит. Да. Давай так, так. Щит мы улучшаем. А покупать ли место еще? Или там, например, копилку сейчас лучше купить? Не, надо место брать. Копилку поздно. Копилку поздновато. Место на будущее под кинжалы. И... Давай изучим вопрос по кинжалам. Кстати, вот новый рецепт шапки. Да? Новые зельки. Нужна банка яда. И нужен кровавый амулет. Банка яда, по-моему, синяя. Мы же шкатулку разбивать молотком можем. Точно. Забыл, ребят. Точно, молоток же разбивает шкатулки и деньги приносит. Черт. Ну, дурак. А поздно все. А уже все. Кстати, можно камушек купить. А почему я посмотрел редкость? Смотрите. Нам нужен фиолетовый предмет и зеленый, и синий. Значит, нам нужна высокая редкость, значит, нам нужно ролить не сейчас, а на следующий ход тратить деньги на реролы, чтобы больше шансов эпика было. Чтобы улучшить кинжал. Ну, блин, да, это надо было покупать и разбивать шкатулку. Свинюшку. Вы меня поняли. Так, против нас 2 меча. Надежда на щит и шипы. Ну и оглушение. Давай молоток. На молотке 50% шанс оглушения всего. Оглушает не каждый раз, но когда оглушает, это прям приятно. Опа. Вот и наш шипастый щит и... кинжал маны. Про тебя-то мы и забыли. При ударе использует 1 ману, чтобы атаковать напрямую здоровье и нанести плюс 7 урона. Да, собираем. И банан. Банан хорошо, нам выносливости не хватает немножко.
Почему мегагуберт закрыт? А у магички и охотницы разные мегагуберты. Технически они разные, потому что из разных собираются губертов. Технически мы не собирали этого губерта. В выборе класса гарантированно брать кинжал? Да. Да-да-да-да-да, мы будем брать кинжал. Так, 10 золота у нас есть. Место, наверное, лочим. Покупаем тебя. Так, при активации дают ману. Ну, пока мана орб ничего, получается, не делает. И банан нам нужен для выносливости. Ее не хватает. Место лочим. Место будет нужно. Появился шанс легендарок. Что нам из легендарок надо, я не знаю. Померли, что ли? Куда делась нормальная игра? Ланчдол, привет. Спасибо за донат. 4 камня. Спасибо большое за 32 сердечка. Чат, куда делась нормальная игра? Ну ты, я не знаю куда. Куда-то делась. Сбежала от нас. Не хочет с нами общаться. Ой, там случилось непредвиденное обстоятельство, и кирдык капут туда-сюда, и вот, увидишь, потом в записи посмотришь ланчу. Там было классно, там очень эпично. Так, слушай, а шапку новую-то надо собрать, посмотреть. Мана нужна. Можем собрать зелье защиты улучшенное. Наверное, надо брать, да? Но, правда, сейчас, получается, не будет работать у нас. Или мы идем на кинжалы. А, для него нужно 2 камня. Окей, Галя у нас отмена, нужно 2 камня. Слушай, я думаю, шапку надо брать. Да. И место надо брать. Идем на более редкие шмотки. Сейчас пойдем легендарки находить. Я думаю, это разумно. Сейчас мы точно раунд сольем. Но... ну а что делать? А надо было щит подвинуть и банан туда. Министерство руины. Спасибо за 160 сердечков. Спасибо. Хорошее у вас министерство. Отличное. Вампирские перчатки прямо в магазине лежат. Птица. Кто-то не успел применить свою тактику с цикла. Ланчдол, спасибо. Ты там, там надо смотреть. Там надо смотреть. Там надо видеть. Надо думать, персонаж мертв. Если так, сочувствую. О, скрипач, спасибо большое за донат. Спасибо за 120 рублей. Спасибо, ребят, за поддержку. Там, блин... трагедия случилась. Трагедия просто капец. Окей, слушай, ну вампирские перчатки давай, давай, давай собирать. Я буду собирать вампирские перчатки. Игра дает вампирские перчатки, мы собираем вампирские перчатки. Мы не будем изобретать велосипед. И разгоняем обе оружки. Как-то по-другому нам вроде не сделать. Можно вообще-то, смотри. Так, так. Так, и банан еще сюда. Ага. Во. Во, и теперь у нас максимально эффективно работает рюкзак и камушек.
Думаете, выносливости не хватит? Даже с бананом? Перчатками лучше бананы разгонять. Думаете? Нам же вроде хватало с бананом, нет? Точно не хватает? Окей, чат говорит, что выносливости точно не хватает. Тогда так. Тогда разгоняем банан. Хорошо. 2-3 щита. Ого. Ну, сейчас нас порвут. Там 3 шипастых щита. Мы сейчас себя об щиты убьем. А, ну и выносливости сейчас жестко не хватает из-за щитов. Но у нее урона нет. Да? Да, у нее урона нет. Ну да. Хорошо, что на банан поставили. О, перчаточки. Через 4 секунды боя дает 6 вампиризма. И предметы на 35% быстрее работают. Так, денежка. Эта штука по скидке под молоток. А разгон на что будем ставить? На что мы хотим фанни пак? Наверное, на... Блин, на банан? Шутки шутками. Фанни пак на банан, да? В банане... В чем сила, брат? В банане сила, брат. Так. И... Это надо молотку под разбивку купить. Ага. Ну и... Давай это купим, если что, продадим обратно. Давай, наконец, попробуем еще кинжал найти. Отлично. Еще кинжал. Еще кинжал всегда радует. И еще один мана-кинжал. Слушай, а не нужен ли нам мана-орб вместо кинжала сейчас? А не лучше ли мана-орб купить? Давай ману для мана-кинжала. Да, а поставим мы ее. Надо, чтобы она на молоток и на кинжал работала, и на щит. На все надо, чтобы работала, да? Вот так мы можем сделать, и вот так. О! Ну, на перчатки неэффективно, но на банан, на вот это... И... блин. На молоток бы лучше, у него 2 секунды кинжал. Сотрудничать с вами настоящее удовольствие. Мы искренне надеемся, что в будущем вы по-прежнему останетесь в списке наших партнеров. В свою очередь обещаем отблагодарить вас качественной работой, удовлетворяющей потребности наших общих клиентов. Первое сообщение мы зарунили. Министерство руины, спасибо за донат. Министерство руины должно руинить-то. Передаю привет всем Алексеям из Ставрополя и всем Юнонам из Нижнекаменска. А также Ревальту из Гриви. Я не знаю, чем я так насмешила это. Спасибо, Ланчик. Спасибо. А ну и Настям из Оренбурга. И Настям. И Настям из Оренбурга. Спасибо большое. Спасибо за донат. Окей, берем кинжал. Кинжал хватай. Еще кинжал хватай. И сумку хватай. И шляпу еще хватай. У нас 2 шляпы будет. На каждую голову по шляпе. Кинжалы. И еще Мариям из Воронежа. Мариям из Воронежа? Что там в Воронеже за Мария-то? Интересно, интересно. Спасибо. Спасибо, Ланчдол. За донат. Спасибо. Мария, а ну-ка покажись.
Так, смотри. Стри, ребят. Надо... Куда вот... Надо, чтобы вот этот кинжал нам бафал... Нам надо все кинжалы, во-первых, в ядовитую сумку. Окей? Вот так. Перчатки у нас пускай разгоняют банан и молоток. Это правильно. Ага. Ага. Так. Стой. Смотри. Так, и вот так вот еще можем сделать. 2,5. У всех кинжалов 2,5 секунды кулдаун, кроме базового. У него 3,5. Второй маг кинжал мы делать не хотим. Не надо нам такого. А мы, наверное, вот так вот хотим сделать, чтобы у нас банан и молоток были разогнаны. Ну, это я понимаю, что не максимально эффективно, поэтому знаешь что? Знаешь что? Давай вот так и вот это сюда для разгона. Смотри, теперь мы тут хоба. И вот так. Хоба-хоба. А, ну ты надо, чтобы бафал нам... Вот, 2 оружия. Предметы под прицелом этого кинжала получают точность и криты за каждый дебаф на оппоненте. Это мы можем на наши самые сильные кинжалы и на молоток поставить. Вот так не актуально будет. Вот так. Вот это хорошо. Так, да, 2 самых сильных кинжала. Этот кинжал соединять нам не нужно пока. Да? Он, кстати, не хочет соединяться. Не знаю. Если так. Spectral Dagger. Нет, не надо. Так. Нет, я опять неправильно сделал. Стой. Фенни пак надо вот сюда. Ага. И мы вот тебя сюда. И тебя сюда. Тебя сюда. Под бафы тебя. Да? Тык. Мана есть. Маны должно хватать. И теперь мы можем уместить. Так. А вот щит у нас не влезает. Угу. Плохо. Слотов под него хватает. Синий кинжал фанипак. Правда. Но тогда этот кинжал не разгоняется этим кинжалом. И так, так вот, наверное, лучше. Яд сумку повернуть. Все разбирать с нуля. Не хочется. Ты заблокировал новый крафт нового кинжала? Я специально. Нам пока нужно мана-орб оставить отдельно, чтобы у нас мало мана была для этого кинжала. Если так. Шило на мыло только хуже. Не самое эффективное распределение кинжалов в гробу, но влез щит. А щит хороший. Щит хороший. Нормальный. Продавать я его пока не хочу. Всего лишь за 4 рубля. Мало. Поменяй синий и обычный. Не-не-не, синий пускай будет здесь. Все хорошо, он...
хорошо, тогда так, да? Этот не в гробу, но он забафанный. Нормально. А банан у нас тоже лежит хорошо, он этот разгоняется перчатками, чтобы молоток поддерживать. Окей, все, бой. Два шлема. Мы на 50% меньше урона в первые 3 секунды получаем. Что в теории неплохо, да? Мана у нас есть для кинжала. Магический кинжал игнорит броню, кстати. Потихоньку яд накапливаем. И да, работает, оглушаем. Побеждаем. Хорошо. Вампирский меч. Покупать точно не будем, выносливости не хватает. Бутылка лечения всегда полезна. Как бы в любой ситуации. Как и бутылка брони. Если бы у нас была броня. Но брони у нас нет, поэтому не очень она и полезна. Собирает мана меч. Мы, наверное, не будем. Мана меч очень мало выносливости требует. 0,4 в секунду. То есть прямо, прям хорошо. Наверное, с разогнанным бананом нам будет хватать на него. Если мы разгоним его вместо молотка. Давай купим и посмотрим, найдем ли мы место под него. Пока нет. Рапира, зелька. На урон за дебафы. Ну там мало у нас пока дебафов. Маловато. Давай сумочку маленькую. Тут мне тут ничего не нравится. Губерт по скидке. И дудка. Место кончилось. Он меч у нас вообще не влезает. Влезает вместо кинжала вот так. Дудка. Точность стамина. Дудка. Где твой хвост? Да нет, что-то мне не нравится дудка. У нас большие предметы, дудка будет плохо работать. Для нее нужно много маленьких. Куперта по скидке купим, давай. Давай место поищем. О, место. Книга по скидке. Так, стоять, Маруська. Окей, Куперт. Этот Куперт делает 6 активаций предметов, лечит на 20 и накидывает 6 слепоты. Дорого слишком. Так, давай Куперта продавать. Книгу бы сейчас поставить. Прямо сейчас. Очень она хорошая. Надо что-то менять. Наверное, щит. Наверное, щит уже все. Я думаю, тогда мы сейчас книгу поставим под ману. Вот так вот, да? Ну и кинжал выставим тоже тогда. О. Ну а щит что? Продать, место купить, да? Ну да, видимо, да. Все, щит. Работал ты свое. На темп тебя потратили. Чтобы побыстрее разогнаться. Ман, мало это. Мало выносливости сейчас. Мы, я думаю, можем этот вопрос исправить. Если разгон поставим на бананы меч. Или на бананы книгу. Для этого, на этот раунд мы вот что сделаем сейчас с вами. Книгу плюс банан вот сюда. И выносливости должно хватать. Вот так. Угу. Пойдет. Пойдет, давай.
Две шляпы у нас. Шляпа плохо, что ли? Хорошо. Шляпа всегда нужна. Билд без оружия? А нет, сковородка. Сковородка, два щита, лечилки. Выносливость у нас летит, да? Да, молоток вообще не бьет. Вот это да. Он ни разу не ударил. Ну, ошибки были сделаны. Дамы и господа, я не рассчитал, что так сильно выносливости будет не хватать. Даже с разгоном перчатками банана. Окей, вампирский кинжал. Это мы собираем точно. Блоди даггер. Пошли собирать вампирский кинжал. И что еще? Что еще? Вот меч нам дает теперь ману. И нас за вампиризм бафает. Большая проблема в нехватке. Нехватке выносливости, да? Так, а если так и вот так? О! Что тут нам еще предложит? Еще одну шляпу. Третью шляпу одеть на голову. Вот третья шляпа нас усилит здесь и сейчас, я не знаю. Три шляпы глупость? Ну давай три шляпы, а чё? Прикинь, они не стакаются. Теоретически мы первые 3 секунды должны... Два кинжала в фанни-пак. Нам нужно бафнуть... Смотри, что нам нужно сделать. Нам нужно вот этим кинжалом бафнуть... Вот это все дело. Так. Объявляется пересбор кинжалов. Так, вы все кыш отсюда. Навести порядок. Срочно навести порядок. И... Так. 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 Сюда в идеале еще одно оружие под баф. В идеале еще вот так. Чтобы все оружки были забафены кинжалом. Ага. Угу. Угу. Это максимально эффективное использование вот этого кинжала. Доброго вечера, Backpack Hero. Пробовали, если да, то как впечатление? Добрый вечер, добро пожаловать на стрим. Backpack Hero очень интересно выглядел. Играть я в него больше никогда не буду. Он слишком сложный. Вот. Затем я разгоняю этот меч. Личный вопрос. Мы хотим вот так разгонять кинжал, а не меч. Теперь так. Так. Ага. Ты сюда. Строили и построили. Вообще перчатками можно кинжал разгонять. Можно.
маны нет. Вот мана с кинжала, с меча. Мана идет с меча. Меч делает ману. Да. Хорошо. Перчатки на мало меч, на мана меч. Тогда выносливости не хватит. Окей, давайте затестим. У нас большие проблемы с выносливостью. Это да. Магический посох. Вроде держимся, да? Вроде держим выносливость. Держали. Есть? Когда выносливости хватает, билд прям круто идет. Теперь у нас еще вампирский кинжал. Тоже есть. Хорошо. При ударе дает вампиризм. До 4 забой. Ну и лечит за вампирские предметы рядом. Ну, окей. Тут перчатки типа надо рядом положить теперь с этим кинжалом. Тогда вот так. Все по скидкам. Мы берем фаннипак. Мы в этот фаннипак будем сувать. Сейчас что-нибудь найдем. Что, не найдем, что сунуть, что ли? Броню в запасик. Всякий случай. Тапки по скидке. Штапки, конечно, не идеальные, но... По скидке, да? По скидке-то что не купить? Ну и у нас остается 2 золота, броня не влезает. 6 могу сделать, продав броню. Осталось собрать ядовитый кинжал для комплекта, да? Для комплекта. Банан фаннипак. Фаннипак. Ну давай попробуем как-то. Как-то попробуем. Вот так вот, потом вот так вот, да, и вот так вот. Так вот, и вот так вот. Ну, вроде получается. А, давай крутить рулетку. Еще один вампирский. О, вампирская броня. Мы ее так ни разу не собирали. Пробил час. Не остановишь нас. Вампирскую броню собрать. Ну, надо собирать, что. Собираем. Если переставить сумки, можно броник поставить. Нельзя. Броник 6 слотов. У нас 1, 2, 3, 4, 5. У нас 5. Только шлем есть менять, но шлема работают. Не надо. Не трогай шлема. Не трогай шлема. Шлема норм, на самом деле. 3 секунды первые мы почти бессмертны. Против быстрых билдов помогает. Ну и потом дают резист критам. Вот ребята через криты играют, видишь? А мы криты. Вот же. Ну, у нас получается сейчас 45% шанс не получить урона от крита. И 0 выносливости. Молоток вообще не бьет. Тем не менее, хилимся, живем. Хилимся, живем. Большой щит. Так, место и вампирскую броню собираем. Блин, большой щит хочется, но уж... Давай вампирскую броню собирать, ладно. Все-таки не собирали. Щит стоит заморозить. Что делать с выносливостью? Так а что ты с ней сделаешь? Ничего ты с ней не сделаешь. Разгон на банан стоит? Стоит. Что еще придумать? Вампирского губерта мы делать не будем. Мы броню сделаем. Нужен ли нам молот? Да, молот дает много урона. С 3 кинжалами молоток тащит. Если бы на него еще хватало стамины, было бы вообще хорошо. Взяли спецу на дебаф и разогнали максимум вампирик. Мы подстраиваемся под ситуацию.
Но если нам дают классные комбо, если нам дают вот эти кинжалы, этот меч на ману, если нам дают вампирик, то надо его собирать. А чё это? Ничего не собирать-то, если собирается. Еще разогнать банан фанипаком. Как-то второй фанипак вниз, да. Ну, наверное, да. Конфисковать у этих кинжалов фанипак и дать его банану. А можно три фанипака на банан? Стоять, Маруська. Банан! Давай! Вот это бананас! Супер-мега-скоростной банан. Так, а дальше что? И чего? Ты запорол, блин. Создал монстра. Блин, а у меня маленькая была эта вот такая, да. Так, давай броню сюда как-нибудь. Вампирский кинжал тогда... Вампирский кинжал пойдет сюда. А тебя как-то надо здесь поставить. Ай-яй-яй-яй. Развернуть верхний фанипак. Так, да? Ага. Тогда можно сделать вот так. Ага. И шлемак сюда. Получилось. Ну, до идеального билда этому, этой ереси далеко. Книгу в два фанипака, точно. Книга в два фанипака, это сильно будет. Угу. Все, нормально. Ну вот этот, вот эта часть фанипака не используется, но это будет самый быстрый банан на Диком Западе. Никто не сможет остановить скорость этого бананаса. Давай, вперед. Две копилки, а? Жадная магичка. Копилок накупила, смотри. Сейчас мы ее накажем за это. О, самый быстрый в мире банан. Смотри, стамину-то держит. Ты видишь? Но мы что-то все равно проигрываем, потому что тут магический посох. И мы влетели, как фанера над Парижем. Наконец-то вампирская броня. Так, покажись. В начале боя конвертирует 30 здоровья в 60 брони и дает 2 вампиризма. Каждые 3 секунды конвертирует 10 здоровья в 20 брони. Плохо. Надо к ней щит добавить вот этот. Как-то надо щит уместить, чтобы рядом с ней стал. Ну, второй молоток мы не берем, да? Хватит. Так. Блюбери... Не особо актуально, но вот пояс для зелий. Пояс для зелий. Поможет ли он нам поставить щит? В теории да. В теории поможет. Давай смотреть, как это. Провернуть этот маневр. Нужно щит к броне. Щит к броне. Броне. Вот тут у нас броня как-то. Этим ботинком еще. Супер банан трогать не хочется. Вот все, что связано с супер бананом, видишь, там не хочется трогать.
Банан с книжкой надо вправо на клетку сделать. Кинжал повернуть. В ту сторону, Лебовский. Окей. Так. Где кинжал? Кинжал, иди сюда. Окей. Теперь так. Так. Броня. Ит. Получилось. Шлемы к щиту, но шлемы не дают брони. Щит на них не работает. А, черт. Окей, надо просто место найти. Маленькое. Но маленькое место лучше большого таракана. Genius. Окей, чат, вы у меня самые умные. Что бы я без вас делал, черт побери. Абсолютно гениальны. Все, пошли в бой. Пошли успешно, сольем эту ересь. И пойдем спать. Окей, меч, броня. У нас 5-0 выносливости. Но вампирская броня, смотри это. Броню-то держит. Со щитом неплохо. Неплохо. Медленно, но верно. Побеждаем. Кого-то побеждаем. И это 10 кубков. Красная команда, держите. И давно мы не ходили в выживание, целый прошлый раз не ходили. Ну, а теперь пойдем, пошли. Молот больше половины раз не смог ударить. Нужна зелька на выносливость, да? Или птица. Птица поможет? Нет, конечно, только мешать будет. Ну, берем. Стой. Кристалл делает какую-то шапку. Шапка дискомфорта. Давай. Один кинжал. А, кинжалы нам нужны. Кинжалы хорошо. Ну, правда, забафать кинжал еще один уже не получится, но купить просто надо брать. Будет просто дамажить яд накладывать с этим с молотком. Удачи нет под птицу, а птица удачу с оппонента снимает. Останови стамины? Нет, кинжалы не требуют стамины. Да. Впервые в истории я не купил миллион дудок и теперь страдаем? Чё? Давайте прогноз. Пройдем ли выживание?
Да, дудка бы не помешала. Я обычно набираю 1 000 000 дудок, но сегодня решил без дудок, и вот, вот результат. Погоди. Гига-оптимизация. Две брони. Две брони с этого. Стапа. Класс, да? Поехали. Вперед. Закупились в ноль. Сундук заполнен какой-то ересью. Против нас билд на лайтсейбер и сковороду. Первые 3 секунды мы урона не получаем. Вот дальше. Молоток, давай, ну уже. Хоть раз ударь-то. О, ударил. Молодец. А мне 40 яда. Ого. Что, ядовитый губерт такой жесткий? У нас нет урона. То есть новая шапка. В начале боя снижает урон на 25% на 5 секунд. Когда оппонент получает баф, 15% шанс снять его. И снижает лечение оппонента на 30%. Ну, крутяк. Легендарная коса на яд. Ну, у нас нет яда. Нет билда на яд. Место давай берем, наверное, и что, пошли искать что-нибудь. Бутылка выносливости. Ура, товарищи. Их есть у нас. Целый 1 штука. Соединять нам ее с бананом или нет? Вот вопрос. Там без банана-то совсем печалька будет. Под стаминозелье. На самом деле нам бы вот это зелье. Я не смогу перестроить под пояс. Нужна шкатулка с камнями вставить в броню. Дает выносливость при получении удара. Кстати, да. А у нас была шкатулка. А надо было брать, у нас так много оружия и слотов под камни. У нас же была шкатулка, и в каждый кинжал по камню можно было фигануть. Продать 1 шлем. Что купить? Это зелье? Сапоги, шлем вниз. Ну, это можно сделать, да. Ну, вот это зелье для нас круче, чем это. Как-то так, наверное. Тогда с бананом пока не соединяем. Берт вышел на тропу войны. Нифига, шипы, вампиризм. Все, зелья кончились. Что, новая шапка тащит? Может, и тащит. Новая шапка. Хороша, хороша. Так. Что дальше? Что у нас дальше по плану? Ну, место нам нужно, да? Или книга нужна? Водить пояс для зелек и зельки в пояс.
Давай еще зельки поищем. Шапка по скидке. Четвертая шляпа. И еще один вампирский кинжал. А дудка работает? Дудку можно сделать рабочей. Вот здесь. Развернуть эту. Там все. Дудка будет работать. Фанфара. Простите. Она будет оглушать, и при оглушении у нас кинжалы работают. Ну тут можно много чего купить, но денег у нас нет. Давайте так. Мы можем купить, можно все, но денег количество ограниченное. Поэтому, наверное, надо вот эту фанфару купить. Я не знаю, что с поясом делать. Вертикально мне его не поставить. Вертикально мне его не поставить. Ставим. Если не поставить вертикально, тогда бесполезно. Давай дудку тогда. Так, так. Все, дудка работает. И еще один шлем. Подожди, шлем, блин, вложить некуда. Получается. Не выходит. Не могу. Сломался. Прыгала на батуте и потерялась. Ботинки под хит-чат. Нет, нет, я вам сейчас дам ботинки под хит. Окей, все, к черту пояс для зелий. А, ё-моё, да чтоб тебя черти. Попробовать вставить пояс справа. Молоток мешает. Не могу. Не выходит, видишь? Ничего не получается. Все тщетно. Лен. Беда, печаль, грусть, тоска. Бесполезность. Придется пожертвовать супербананом. Будет банан на 20%. Да? Да. Теперь мы можем поставить зельки, короче. И чё? И чё получилось? И чё ты сделал? И шо, что мы? И Ctrl-Z работает здесь? Нет. Работает.
Я сделал. Дудку левее. Окей, дудку левее. Дудку левее имеет смысл. Это правильно, это разумно, это там работает. Дудка работает. Все работает. Все работает. Все идеально. Перфекто. Перфекто. Угу. Так лучше. Даже место осталось свободное. Да, да. Да, 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 все. Кинжал в гроб, чтобы яд кидал. Да. Так лучше. А, шапку все равно не поставил. Ради чего это все затевалось, чтобы шапку в итоге поставить? И не получится. Окей, мы делаем еще один вампир кинжал. Все, нет, черт, все. Заблочь шапку. Еще думаем, 4 шапки на голову оденем. Пускай будут. О, мой бог, там билд на яд, кинжалы. У нее тоже кинжалы, смотри. Но у нас вампирика, у нее яд. Кто круче? Давай. Она намного круче. 40 яда. А, нет, мы круче, о чем я говорю, да. Это легкая победа, я все продумал. Банана! У нас есть банана. Одно место по скидке. ЁПРСТ, гуляй, рванина, банану покупай. Так, блин, так, банан точно берем. Как дудка работает? Каждую секунду она снимает с оппонента одну выносливость. А если перед ней есть 5 предметов, то через 5 с активацией она оглушает на 1 секунду врага. А вот, точно, чат, спасибо. Окей, этот банан у нас для зельки. Так, здесь у нас вампирский кинжал, еще один. Еще одну вампирскую броню. 2 вампирские брони, хочешь собрать? У нас раундов не хватит, да? Да, под них еще место надо где-то. Вообще, все к чертям, выкинуть дудку, там пару этих, можно собрать еще одну вампирскую броню. Сюда ее и к ней этот вампирик. Продать пару шлемов. Они по 4 рубля продают. Сколько нам денег надо? 7 плюс 9... 16. 4, 12. Как раз 14. 16 ровно, если я продам 3 шлема. Место. Так они и место освободят. Место освободится как раз. Правда, чтобы нормально расположить, нужно либо туда, либо сюда.
В идеале сюда класть и убирать дудку. Дудка за 4 тоже продается. Сдвинь правую часть рюкзака на один вниз. Можно. Что это нам даст, я не знаю, но давай сдвинем. Ага. Ага, тут дырка тогда будет. Давай попробуем. Чат говорит двигать, я двигаю. Теперь дудка не работает. Чего? Фанипак повернуть. Окей. И? Чё, молоток ниже? Ну вот так можно, да. Так, дальше чё? Ну а дальше реалистично, чтобы броню положить, нам ее надо вот сюда размещать. И дудка идет вообще в баню, в принципе. Давай пробовать вторую вампирскую броню собрать. Я думаю, да, все, дудку тогда продаем. За 2 монеты продают одно место. Подождите. Но нам, возможно, и не нужно. Дудка. Так. Так. Теперь у нас есть еще одна броня. И еще один вампирик для вампирской брони. Еще одной. Чем мы все это двигали, теперь вообще никому не ясно. Для чего? И шо? Ничего. И все. Купи слот на будущее. Деньги кончились. Инфляция. Денег нет, но вы держитесь. Это не лучше. Нормально. Нормально. Вообще вампирский кинжал бы вот сюда. Вот так бы как-то поставить. Но нет. Тогда у нас нарушится хрупкий баланс перчаток. Или норм. Вот так. Так. О, нормально, да? Да. Норм. Два вампирских кинжала забафанных. Это сюда. Это вот это все бафает. Хорошо. Получается. И банан у нас, кстати, супер банан вышел 30%. Да, все, пошли. Фух. Господи всемогущий, как это все тяжело. Как страшно жить. Давай. Большая сковорода. Миллион еды. Вот броня есть. Броня есть, вампирик есть. Мы это, делаем кусь. Кинжалы стучат. Давай, глуши ее. Да что там, добей давай. Молодец. Да, две вампирские брони. Чат говорит, что надо поставить перчатки вампирские на две броньки. Да?
Кстати, наверное, вот так лучше сделать. Не получим баф, но пофиг. А, кстати, вот так. Так и вот так. О. А, нет, вот так все-таки. Одну шляпу вот эту сделать. Такую. А, нам последний раунд у нас. Окей. При накладывании 7 дебафов получаешь 6 брони. Мы дебафы-то накладываем, да? Немножко. Чуть-чуть накладываем. Еще один щит взять. Ну вот этот уже не влезет. Я бы с удовольствием взял бы щит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, черт. А, блин. Ровно 6 слотов. Нет. Только не это. Как-то можем сделать так, что... Подожди. В теории так. Так. И сюда еще один щит. Да? Чтобы два щита бафали, две брони не сделать. Ну можно вот так вот, два щита и две брони вот так. Либо один щит, две брони. Вот так лучше. Броньки перчатками разогнать. А как? Это надо вот так как-то делать, да? Да, кстати, каждые 3 секунды конвертируют 10 здоровья в 20 брони. Это будет очень много брони. А зельки как? Книжку как теперь? Как какать? Что делать? Не, давай этот. Давай вернем как было. Я думаю, это лишнее. Банан нам все равно нужен. Не, банан надо разгонять, ребят. Без выносливости будет хуже. Так, ну, с зельями проблема, да? Теперь ситуация с зельями усложняется. Ну, давай так делать тогда. Что нам это дало? А нихего. Зелье вместо шлемов. Точно. Гениально, господа. Гениально. Так, зелье вместо шлемов. Верно. Книжка. Теперь книжка. Уи! Книжку выкинуть и не читать, потому что книги — это зло. Место по скидке. Место по скидке. Фарлок как будто уже пьяный. Ну, мы, во-первых, с 11 утра стримим. Так что это, дед уже того. И, во-вторых, не могу, книжка не влезает. Я продам за 4, я могу купить место, которое мне нафиг не надо. У нас одно место, у нас два. У нас здесь место и там место. Стоять, Маруська. Так. Даже единички. Вот это вот место в середине всем мешает. Вот до него надо как-то добраться. Никак.
Не выходит. Капитан, не выходит. Почти. Близко. Вместо квадрата в середине 3 единички. Спасибо. Спасены. Спасены, чат. Настя. На что собираешь денежку? Настя! Спасибо большое. Посла. Мы свободны. О, мой бог. Абдулайкман, спасибо большое за донат. На что я собираю денежку? В данный момент, видимо, на валерианку. Походу на валерианку. После сегодняшнего стрима мне понадобится ведро валерианки. И я не знаю. И все. Мне больше ничего не надо. Шипастый меч. После всего этого мы должны выиграть. Мы не можем проиграть после всего этого. Окей, две брони дают кучу защиты. Держимся, лечимся. Броня вампирская штампуется. Давай, давай, руби, руби ее. Крит на 100 прилетел, ничего. Ну, давай. Да как так-то? Есть, все, победа. Фух, если бы мы сейчас после этого проиграли, я бы что-то выкинул бы в окно. Дамы и господа, вы были здесь. Первая победа на платине. Используя тактики перекладывания всего везде навсегда. О мой бог. Красная команда. Держите победные ваши монеты. Ё-моё. Вот это поворот. Какая крутая игра, мне очень нравится.